Туркменистан, дорогие мои, простите, я вас упустила, ничего для вас не сделала, а среди вас так много у меня уже и друзей, и подписчиков. Ну что я хочу сказать, дорогие мои, у вас обстоят дела даже и неплохо по здоровью. Ну вот, есть немножко апрель месяц, где-то с числа 10 апреля. И будет это где-то, ну, может быть, до июня какие-то будут просыпаться какие-то заболевания. Ну вот пик, если можно назвать это пиком, то это где-то 6, 7 мая, вот этот период по 9, и то это больше работает подсознание. То есть люди боятся. Люди считают, что их обманывают. Друзья мои, вас никто не обманывает. У вас больше на повестке дня это финансовые проблемы, это проблемы с работой, то есть карьера, это проблемы с проявлением себя в социуме именно вот сейчас. Это и февраль, и март, и апрель, и июнь будет, потом в декабре. Но по заболеваниям, мои хорошие, ну вот поверьте, врать мне ну просто незачем. Так, давайте я сейчас гляну, что же у такого может быть. Вообще, вы знаете, что очень даже неплохо. Итак, апрель месяц, да, будет здесь у вас Уран с Марсом. Ну, Уран это, конечно же, такая планета, могут быть какие-то катаклизмы, какие-то аварии, но травмы могут быть, несчастные случаи могут быть. И вообще здесь, по большому счету, надо было бы посмотреть именно так. И это, кстати, 6 мая. Именно 6 мая, имейте в виду, что даже не просто 6 мая, вот я вам уже, да, видите, посмотрела, и это действительно так. Это будет где-то 6 мая, и продлится эта ситуация где-то до 10 мая. Это что-то где-то, какая-то ситуация будет, именно связанная с какими-то катаклизмами, и я боюсь, что это, ну, это какие-то несчастные случаи будут. То есть вы понимаете, да? Так что будьте, пожалуйста, осторожны, максимально, пожалуйста, осторожны. Так, и дальше все даже и очень-очень неплохо. Но вот именно вот эта ситуация, она выйдет на передний план. Вот просто. Очень сильно у многих работает психосоматика, потому что среди вас, мои хорошие, есть друзья, я их называю друзьями, которым я даже делала и прогнозы. Конечно же, психосоматика существует, она есть. Немножечко была такая сложная ситуация до конца февраля, но это больше было связано, я говорю о 2020 год, но это было больше такое, знаете, причинение самострадания самому себе. То есть, знаете, как некий, ну и в отношении народа мазохизм, садомазохизм. Ну, конечно, ваш правитель, он, конечно, еще тот фрукт. И в стране именно было такое предпосылки зарождения неких неврозов, то есть создание нервозной такой обстановки. Но это было, ну, я смотрю, 20-й год, январь-февраль. Ситуация в мае, вот именно, может быть, к 9 мая или еще как-то, она здесь несколько такая сложная, но, друзья мои, коронавируса, инфекции в 2020 году я у вас действительно не вижу. Дайте гляну 2021 год. 2021 год, январь будет сложным, и продлится это до середины марта. И здесь у нас с вами, что же у нас будет здесь происходить? Интересный такой. Вы знаете что? Различные травмы, несчастные случаи. И более того, именно февраль будет страдать, потому что здесь, ну, я вам когда-то уже говорила, что изменения будут происходить в стране.
и к ним надо быть готовым, потому что вот то, что у вас происходит, будут изменения. В каком направлении это прежде всего что-то будет с властью, то есть именно вот с властью имущими, и это именно январь-февраль, будут какие-то не совсем хорошие ситуации, даже трагические. Ну и самое главное, что, конечно же, понимание ситуации, реализация, то есть реализовать себя будет очень сложно. Что касается здоровья, то по здоровью сложноватый период это будет февраль. Ну вообще в целом, вы знаете, вот какие-то идут такие ситуации, которые, ну это не инфекции, это скорее всего какие-то то ли беспорядки, то ли и связано именно еще с духовностью. Именно будет проходить инспекция Вселенной. Ну, какие-то будут у вас перемены. Кто-то где-то что-то попытается поменять. Это будет именно февраль. И эта же ситуация проиграется потом сентябрь-ноябрь. Ну, это 21-й, я уже говорю. То есть с января по март это будет что-то проигрываться, и февраль сложный такой будет период, и будет несколько пиковых ситуаций. У вас еще сентябрь, октябрь и ноябрь. Дорогие мои, не переживайте, вируса у вас действительно нет. Есть психосоматика, есть нервозность. И причем, знаете, вот эти вот слишком большая психосоматика. Вот эти психические неврозы, они вас больше достают, чем еще какие-то. Нету в стране, нет вируса. Ну вот, пожалуйста. Может быть, это связано с тем, что у вас закрыта страна, вы закрытая страна. Но, тем не менее, что касается каких-то перемен, они у вас, ждут вас перемены. Поэтому Туркменистан, ну вот так, поверьте, клянусь, я не вижу у вас коронавируса. Какие-то, если посмотреть конкретных людей, то там, возможно, будут какие-то, возможно, заболевания дыхательных путей, ну, все, что хотите, то, чем мы болеем, но в рамках страны нету. Я вас поздравляю. И, мои хорошие, вас ждут перемены. Удачи!